Если вы любите кружево, тогда наше предложение для вас – платье с кружевом. Это, конечно же, вечерний вариант. Сегодня я выбрала для себя яркую синюю палитру. Еще ведь говорят, что синий – это цвет гармонии. Если у вас до сих пор не появился еще новогодний наряд, обратите внимание на наше платье. У него очень много секретов и несколько цветов. Здесь мы используем с вами высококачественные материалы, такие как трикотажно-вискозное полотно. Вы только посмотрите, как оно струится, как оно обнимает мою фигуру, а это мерцание не оставит вас равнодушными. Посмотрите, здесь мы видим кружево с люрексовой нитью, которая украшает не только зону заниженной талии, но еще и воротниковую зону. Давайте посмотрим на это платье, как оно выглядит, какова его длина. Это длина макси. И полюбуемся еще на вторую расцветку. Его выбирает Лали. Вот это как раз глубокий сапфировый цвет. Боже мой, как же вы красиво смотритесь. И чем мне нравится это платье? Не только тем, что она смотрится по-настоящему дорого и роскошно, оно ведь подойдет любой женщине и за счет длины, и за счет цветов. Совершенно верно. Кстати, этот цвет, темно-синий, сапфировый, выбирают те модницы, кто любит классику. Посмотрите, темные цвета всегда сделают вас стройнее и выгодно подчеркнут ваши изгибы. Посмотрите на это переливание. Я сейчас хочу обратить внимание на длину платья. Приблизительно 142-145 сантиметров, в зависимости от выбора размера. Спешите позвонить нам и выбирайте из двух роскошных цветов. Аня, ты приложила платье к себе, я хочу тебе сказать, тебе очень идет. Именно мерцание у зоны лица делает еще это платье наряднее. Mm-hmm. Кстати, если вы хотите выбрать для себя правильный аксессуар, то я рекомендую вам не перегружать воротниковую зону, потому что мы уже видим здесь украшения. Посмотрите, дорогие модницы, давайте приблизимся и посмотрим на это мерцание, ведь это дорогостоящее кружево. Посмотри, Аня, какой рисунок мы видим. Это мерцание. Я хочу потянуть сейчас в зоне воротника и показать, что наше кружево еще и тянется, то есть оно не пострадает, а оно будет обнимать вашу фигуру. Внимание! Давайте посмотрим еще на зону спины. Мы видим эту стильную каплю, которая заканчивается там, где обычно нижнее белье женщины выбирают. Посмотрите, эта капля визуально еще подчеркнет маленький прозрачный соблазн и откроет вашу спинку там, где надо. Света, расскажи, пожалуйста, что это за блеск? Это стразы или это специальные нити? Это специальная нить, Аня, которая вставлена у нас в кружево и напоминает нам, конечно же, россыпь камней. Сейчас Лали показывает вам заниженную талию. Причем, благодаря этому вы можете всегда регулировать длину платья. Вы можете сделать его повыше. Посмотрите, Лали, сейчас продемонстрирую, пожалуйста. Мы можем приподнять это платье, можем его опустить ниже. И это, кстати, огромный плюс в подборе своего размера. Ваша длина увеличивается, либо, как я, приподнимаю, и длина уменьшается. И, кстати, я еще хочу сказать, Анечка, про юбку, что она у нас имеет а-силуэт и, значит, скрывает мои бедра. Да, мне очень нравится. Ты заметила, что постройнела? Это платье смотрится по фигуре, оно подчеркивает все достоинства, но при этом зона животика может быть скрыта. И свободный крой этой юбки позволит скрыть недостатки вашей фигуры. А что это такое? Вы, когда будете смотреть на себя в зеркало, будете радоваться, будете получать удовольствие, и это ваша уверенность. Это самое главное для любой женщины. Если вы искали для своего праздничного новогоднего образа идеальное торжественное платье, то вы его нашли. Анечка, а я еще хочу продемонстрировать нашим модницам зону рукава. Что она нам дает? Посмотрите, наш цельнокройный рукав, это королевский рукав, да позволяет вам, дорогие модницы, выбирать платье даже на размер больше. Я хочу сказать, сейчас, если у вас прямоугольный тип фигуры и верхняя часть помассивнее, чем нижняя, тогда вы можете выбрать на размер больше. Посмотрите, сколько здесь свободы. И как сказала Аня, действительно, зона живота прикрыта. Давай, Лаль, вот так вот развернемся. Посмотрите, сколько здесь места. Посмотрите, как комфортно. Кстати, у Лали 54 размер, и сегодня для себя наша модница выбрала платье размер в размер. Я ношу 50 и выбираю также платье размер в размер. Если у вас роскошный размер от 50 до 64, спешите позвонить нам. У нас огромный ажиотаж в нашем колл-центре. Вы так долго ждали для себя идеального праздничного платья. Вот, вы его нашли. Сделайте свою первую покупку на шоп-н-шоу. Ты знаешь, Анечка, мне уже чувствуется приближение Нового года. А у вас? Может быть, потому что у вас нет еще нарядного платья? Тогда я предлагаю вам, дорогие модницы, выбрать сегодня и поторопиться, пока это платье к вам
придет, уже наступит Новый год. Я обращаю ваше внимание, стильные модницы. В этом платье вы будете не только встречать Новый год, вы будете и провожать, дорогие модницы, Старый год. Пусть праздник придет в ваш дом как можно скорее. Закажите платье цвет сапфира прямо сейчас.